работаем на максимальной мощности. Соответственно, на текущую деятельность оборотных средств нам хватает. Если до пандемии у нас вообще реализация была практически 100%, все три продукта, это плиты МДФ, спички и фанерное производство, у нас реализовывалось. А в момент пандемии произошло закрытие границ, соответственно, логистические направляющие потоки остановились. Соответственно, нас коснулось только экспорт. Поэтому наше предприятие в основном переориентировалось на внутренний рынок. В частности, на сегодняшний момент мы являемся единственным производителем спичек, поэтому мы стали больше обеспечивать именно спичечной продукцией рынок Республики Беларусь. У нас вообще 85% экспорт нашей продукции на сегодняшний момент. Мы экспортно-ориентированное предприятие. Плиты МДФ – это Россия в основном, где-то порядка 60%. Потом идет Украина и ближнее зарубежье. Если говорить спичечная продукция, то на сегодняшний момент это в основном рынок Республики Беларусь. А экспорт – это Узбекистан, Таджикистан. Сейчас выходим уже на рынок Казахстана. Ну, у нас максимальная загрузка спичечных производств, поэтому в основном ориентируемся, чтобы обеспечить местный рынок. А фанера у нас идет на дальнее зарубежье, это рынок ЕС. У нас есть постоянные клиенты, это предприятия, которые занимаются переработкой нашей плиты, в основном это дверное производство для производства дверей и мебельное производство. На сегодняшний момент мы работаем, будем так говорить, с колес. И на ближайшие полгода у нас полностью обеспечен пакет заказов. Текущая деятельность вообще не вызывает вопросов. У нас заработная плата выплачивается всегда вовремя. Также в инвестиции вкладываем. На сегодня работает 700 человек, а средняя заработная плата 835 рублей. Ну, на следующий год предполагаем увеличение заработной платы на 10%. Благодаря холдингу у нас единая сопроводительная сеть продаж. Это БЛК, Белорусская лесная компания, которая занимается реализацией всей продукции холдинга. Соответственно, у нас единые цены, у нас единая политика. Это единый подход и к оформлению документов, единый подход к качеству, единый подход к продукции, маркировке и всему остальному. И благодаря этому мы нашли снижение себестоимости нашей продукции, увеличили качество, возможность сертифицироваться уже благодаря холдингу. Мы меньше тратим денежных средств на то, чтобы не самим сертифицироваться, а уже в составе холдинга. Это тоже есть свой большой плюс. На сегодняшний вопрос именно благодаря тому, что мы увеличили качество своей продукции, именно всего холдинга, это дает свои результаты.